Всем большой привет! Сегодня 18 марта 2021 года. И наш домашний питомник Чихуахуа Костропула передает вам большой привет. И мы хотим вас поздравить с большим праздником, который сегодня мы празднуем в Крыму. Это присоединение Крыма к России. Для нас это огромный праздник. Для нас это очень важно. И тот день, 7 лет назад, это было невероятное счастье. Можно так сказать, до слез. Слезы были на самом деле, слезы счастья, слезы радости. Мы вернулись к себе домой, не уходя из дома. К нам пришла наша родная речь. К нам пришли люди, которым мы нужны. Ничего не хочу возвращаться к плохому. Будем говорить только о хорошем, о том, что наша Россия, наша матушка для нас, для жителей Крыма, делает все возможное, чтобы нас сделать счастливыми. И можно перечислять очень многое за эти 7 лет, насколько поменялась у нас жизнь. Очень много плюсов. Конечно, во всех делах есть и минусы, но эти минусы незначительны по сравнению с тем, как преобразился наш Крым, сколько всего доброго, сколько всего правильного и замечательного делает для нас Россия. Об этом сегодня по всему телевидению идет много фильмов, об этом целый день идут программы. Но мы хотим сказать спасибо за вашу любовь, за ваше понимание. А мы передаем свою любовь и свою улыбку вам, наши друзья, подписчики и близкие. Еще раз поздравляем, любим вас и будем продолжать радовать вас нашими маленькими собачками Чихуахуа. У нас сегодня не один праздник, нашей Феодосии исполнилось 6 месяцев. То есть эта девочка выросла в рост и больше не будет выше. Будет только развиваться. Чихуашечки растут до 6 месяцев в рост. А также нашей Юленьке сегодня исполнилось 9 месяцев. Это уже такая девочка, которая из щенка превратилась в юниора и ходит, кушает травку по размерной возрастной сетки, так скажем, выставок. То есть с 9 месяцев у нас уже юниоры. Вот. И на днях 9 месяцев исполнится наша Анфисе. Анфиса где-то бегает, гуляет. Анфиса! В общем, все растут, развиваются. Щеночки наши нас радуют. Взрослые собачки и подростки нас радуют. Идет слепой дождь, солнышко светит и идет дождик. Надо же. Очень тепло. У нас сегодня будет праздник, шашлыки обязательно, как мы любим это в Крыму, в хорошую погоду особенно. Вот, всех мы любим, целуем, желаем крепкого здоровья, радости, улыбок и счастья. Пойдем мыть лапки и будем разжигать, наверное, костер, как закончится вот этот вот слепой дождик замечательный. Так, где наша Анфиса потерялась? Заходим. Заходим, ребята. Сейчас мы посчитаемся. И заходим. Так, Анфиса. Анфиса гуляет. Вот она, Анфиса наша. Заходим. Давайте, мои золотые. Давайте, мои красивые. Все, травка повылазила немного. И уже все жуют. Посмотрите, я разрешаю кушать травку чистую в нашем дворе. Всем пока!